Привет, девочки-красавицы! Смотрите, сегодня к нам приехал автобус дружбы, но уже с сюрпризами. Ой, как здорово! Что же он нам сегодня привез? В этом сюрприз-пакетике игрушечка-пони. Посмотрим, что у нас там. Очень симпатичный розовый пакетик Beauty Magic Mark. О, это Минти! Это симпатичная земная пони. Она очень красивого зеленого цвета, цвета мяты. А грива и хвостик у нее бело-розовые. А Кьюти Марк у нее в виде трех мятных конфет. Постой пока здесь, а мы откроем другой сюрприз-пакет. Тюм-тюм. Это такие симпатичные диснеевские фигурки. Они толстенькие и похожи на буханочку. Вот такие игрушки можно коллекционировать. Классно. Сейчас аккуратно отрежу. Ну-ка, что у нас здесь? Что-то очень интересное. Набор с котенком Фигаро. Срежем эту пленочку. А вот и первый элемент. Какой-то подводный мир с рыбкой. А так, это часть аквариума. Сейчас мы его дособерем. Так, все вытащим. И возьмем стенки аквариума. Ой, как здорово получается! Какие мы молодцы! Посмотрите, какой аквариум! Просто необыкновенный! Он как настоящий! И как любой котенок, наш Фигаро очень любит ловить рыбку из аквариума. Вот такой смешной набор. Котеночек, конечно, необыкновенно красивый. И мордашка у него такая милая! Аккуратно поставим и посмотрим, что же у нас там еще. О, это же сюрприз яйцо от Шопкинс. Розовое яичко в полосочку из разных цветов. Розовый, голубой и желтый. Классно, мне не терпится посмотреть, что же нам досталось в этот раз. Аккуратно снимем эту пленочку. Так, ну-ка. Ага. И откроем. Оп. О, смотрите, что же у нас здесь. О, это же у нас грибочек Мили-Машум. Какой же он веселый. Аккуратно достанем его из пакетика и посмотрим поближе. У него такая розовая шляпочка, а внизу она фиолетовая. Сам он желтенький и у него смешные веснушки. Мили-Машум очень милый. А вот и его вариация. Тоже Мили-Машум, но у него шапочка красная. Так, а здесь у нас что? О, это же стаканчик с лимонадом. Такой зеленый стаканчик. Аккуратно достанем его из пакетика. Это же Dinky Drink, наш любимый Петкинс. И в стаканчике не лимонад, а шоколадное молоко. И у него такая симпатичная кошачья мордочка. И милые желтые кошачьи ушки. А вот и его вариация. Glitzy Dinky Drink. Glitzy, значит, он весь в блестках. Супер Петкинсы. Так, и что же у нас еще осталось? Ой, какое голубое яйцо-сюрприз от Шопкинс. Мне так нравятся эти яички. Аккуратно снимем пленочку. Ну-ка, вот, аккуратно. Оп. А теперь достанем, посмотрим, что же нам попалось. Ой, смотрите. Это же Crispy Lettuce. Салат-латук. Аккуратно достанем его из пленочки. Опа. Ну-ка. Мне очень нравится ее причесочка. А это ее вариации. Ярко-зелененькая и блестящая Glitzy Crispy Lettuce. Какие же они симпатяшки. Так, и что же у нас еще? Ой, такая симпатичная сумочка. Аккуратно достанем ее из пленочки. Ну-ка, и посмотрим поближе. О, посмотрите, она нам подмигивает. Какая она симпатичная. Желтенькая. Розовый бантик. А зовут ее Handbag Harriet. Сумочка Harriet. Ну-ка, ребята, нам надо ехать домой. Давайте аккуратненько залезайте в автобус дружбы. Вы же дружные ребята, правда? Да, мы дружные. Ну вот, поэтому аккуратненько залезайте. По одному. Вот какие молодцы. Так, аккуратно закроем дверку. И поехали. А вам, девочки, бай-бай. Не скучайте. Ну а если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь им. И чтобы не пропустить новое видео, нажмите.
жмите здесь.